Конфликты на фоне распития алкогольных напитков зачастую заканчиваются смертью одного из оппонентов. Так произошло и в августе этого года. Хозяин квартиры устроил посиделки у себя дома, но под влиянием бахуса повздорил с одним из их собутыльников. Решив наказать своего обидчика за неосторожные слова, стал его избивать. Дальше. О, куда? Куда? А били левой рукой? И левой, и правой. Показывай. В область лица, да? В грудь. В грудь, а в лицо били? О, на грудь. Лицо я колотил, в грудь колотил. Один из сотоварищей оттащил хозяина квартиры от своей жертвы. Вся компания ушла спать, но утром пострадавший не проснулся. Умер от полученных травм. Как стало известно, за полтора месяца до этого 34-летний анкарчанин уже попадал в поле зрения следователей. Кроме этого, данный гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть покушение на убийство. В июне в этой же квартире обвиняемый во время распития спиртных напитков нанес множественные удары ножом одному из своих гостей. Пострадавшему удалось сбежать. Сейчас рассмотрением этого дела займется Ангарский суд. Елена Мильве, Дмитрий Новопашин, местное время.